Никакого ухода это все требует. Пиздец просто. Просто нереальное количество людей, чтобы за это все следить. Чем ни одного не видно. По крайней мере, все выкашено, видишь? Все выкашено, все накрыто. Все прям подобавить. Смотри, вот я раньше не ездил, да, я раньше отправлял, был ряд водителей. Я сидел в офисе, водителей отправлял. Потом что-то в какой-то момент решил, появилось много свободного времени. Блин, а что за фигня, я тоже хочу поездить, посмотреть, там, страну, там, что, как вообще. Сейчас вот до Нальчика, и вот на этом участке, на этом отрезке, я вообще первый раз. И хотел бы дальше до Сочи бы глаза видят, да, вот камеры не передают этого. У тебя стекло видно, я не понимаю. Ну, посмотри фотку, там видно, что стекло. Да, вот место. Сайт, в какие-то места отправлять водителей, а в которых сам еще не был, по одному разочку скататься. Мне кажется, это Баксан был. Да? Там что-то река. Ну вообще вот. Где-то здесь. Раньше Канзас. То есть крепнет и процветает. Чё? Дружба народов России.
Земель такая круглая, какая на самом деле. Камни да песок. Да. Говно. Облагородить нужно много чего сделать, да? Да. Да, они вместе. Там-то все это удобно. Динозавров нашли. Грозный прямо. Баксан направо. А, это не Баксан, вот слева был. Проезжали. Нальчик, что ли? Кабардино-Балкария. Thank you.
а что, наверное, эта машина одна на всю жизнь. За ней следить надо. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Черный нечет. Пропустил.
Включите камеру. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Может, это стоп-линия. Смотри слева, ничегошные, да, стоят? Швейцария. А что, выходишь, на балкон вышел, вот у тебя там горы перед тобой. Ну, строят, ремонтируют, дорога нормальная, не это, не в полгода, не едешь, все идти спокойно, не едешь. Мне кажется, для полного счастья где-то здесь рядом, вот прям рядом, совсем моря не хватает. Готовится, что ли? Возможно. Асфальт новый кладут. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Идет сон, так вот.
России. Впереди камера. Ограничение 60. Росъезд, это вон туда был. Маршрут перестроен. Вы ушли с маршрута. Даже. Да? Так есть? Да. Да? Вы как она это делает, да? Как она переезжает от выезда? Так, надо, знаешь, что сделать? Надо нам автомоечку уже найти. Там мойка. Автомойка круглосуточная. Автомойка самообслуживания была. Показывай. Да. Это было там. Да нет, недалеко ехали, кстати. Мойка, автостоянка. Но я боюсь, что это не круглосуточно. Звонок. А, сейчас в тенечке встану. Маршрут перестроен. Маршрут. Через 100 метров. Это напоминает фильм вот этот, где там все погибли. Маршрут перестроен. Плохой фильм. Пункт назначения? Да, да, да.
понравилось. Ну, не обязательно же везде это. Что такое суп? Мясо какое-то? Наверное. Я уже тоже обратил внимание, вот это было указано суп и типа дизельное топливо, что ли, что такое. Что-то какой-то слишком большой голубь был. Мощный, да? И взлетел просто. Смотри, какой тюнинг у него сбоку. Ржавый. Ну, самое главное, не крашеная. Пусть будет крашена в точках, но не крашеная. Оригинальная краска. Конечно, я нигде не купил. Ну реально, как знаешь, как какой-то курорт здесь. Да. Ну Нальчик тоже же курортный городишко. Ну да.
Да я просто не, ну, я просто не представляю отдых, курорт без водоемов. Да, это же мне не укладывается, да, что тут делать. Вот, люди там говорят, вот поехали в Европу, там в отпуск в Европу. Блин, мне пока море не настолько надоело, чтобы смотреть на те же самые каменные джунгли. Я понимаю, что там чуть-чуть отличается от Москвы, как бы, Европы, да? Но по сути то же самое. Дома и дома. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Там болит, зайку слушает. Угу. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Белая Нива. Это вообще просто супер, блядь, тачка. Смотри, вот какая ласточка перед нами стоит. И правда. Спасибо. Во. Белая такой, кремоватым оттенком. 0,7 регионом. Зеркальные номера, опять тонированная. Тонированная. Подзаниженная слегка. Все как положено, короче. Без борща, но в стиле Лады. Ты его. Потом смотри, без всяких диодных фонарей, да? Все в оригинале, как должно быть, немножечко. Немножечко подключили, немножечко добавили, блядь, вкуса. С 9. Зашибись. Нас это не устраивает. Нас это не устраивает. Самообслужка. Думаешь, все-таки самообслужка? Да. Автомойка круглосуточно. Сейчас попробую, еще не получится. Поедем на самообслужку. Экспресс-тест. Режим работы круглосуточный. Поехали. 740 метров. Маршрут построен. Лучшее пиво у нас на мойке. Угу. Вот и доски себе взяли, дяденька. Баночки. Открываются.
Это вот вообще, походу, хозяин Нальчика, да? Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Брат, 530. Ну просто айк. Но надо то на их драйве. Муха. Где отсюда? Я, походу, штраф словил. Да, да. Да. Ну что? Там тут налево можно? Да, поворот не из той полосы. Ну, я проехал прямо, а там только налево. Ай, блин. В Турции я видел, такие строят. Целый дом стоит. И там несколько этих, ну, там, постельное белье продают, там вот такое. Я не скажу, что там прям завалено все товаром. Поворот. Да? Ограничение 40. Кока-кола. Блин, ну здесь же надо это. А у тебя мелочевки нету? Нет. Нету. Здесь же надо. Деньги? Желательно, без денег навряд ли помоет. Не замерзайка. Давай сейчас спросим. Как мыть? Научите нас мыть машину. Так, что тут? Вода, пена, все как воск, все развесьте полики, соберите мелкий мусор, внесите деньги, как вы все в салон, возьмите пистолет, выберите кнопку команды. Thank you.
Bum 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 b